приветствую на канале Asmo The Play. Играем мы в Stray. Вот такой вот стишок. Это про кота. Давай, продолжим. Это прошлые записи. Вы не слышали мой голос. Это спасибо дочери. Настройки подшаманила. Ну, теперь снова я с вами. Не только блохастик. Так что, давайте смотрим, что с нами стало. Так, поймали нас. Хорошенького, маленького, да за что? Ироды, нелюди, изуверы и прочее, прочее, прочее. Так, давай-ка расшатаем клеточку. О, в Бэтмене также мы делали. Хоп. Только мы там охраннику вламливали, так? Нам сюда. Вообще, почему? Кто нас подвесил? За что нас подвесили именно сюда? Так, 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 так. Что у нас здесь может быть? А быть у нас здесь может, а может и не может. Ну, он окошко же есть. Что-то я не понял, что ты не прыгаешь-то? Не понял. Так, значит, нам куда-то сюда, потом сюда, сюда. Не хотят, да, котенка, значит, так. А как вообще? А вы-то как? А, все понятно. Вы как-то сделали это. Кучка уродов, изуверов и извращенцев. Тюрьма. Ага. Смотрим. Что у нас есть? Клетка. Так. Туда он не прыгает. Закончили упражнение. Давай, 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 прыг. Котенок. Ох ты, хорошенький ты мой. Ох ты мой маленький. Молодец. Знай, я за тебя всегда. Где-то что-то кряхтит. А, робот. Робот в тюрьме. А, ну правильно, тюрьма же называлась. Так. В эти окошки ты не прыгаешь, да? Даже в эту ты не прыгаешь. Что он там сидит, не знаю. А что-то сделать надо. Где ты? Прыг. Нет, 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 правильно запрыгнул. Вот так. Прыг. Что у нас здесь? Не понимаю. Так, там у нас запрыгнем. Ничего не будет. Камера наблюдения. Что делать? Как же быть? Как быть? Как же мне тебя забыть? Не могу я это сделать, не могу. Давай.
Хрен там, вот ты не прыгаешь, да? Ну давай, сладенький, будем смотреть. Хвостик до ушки. Что с тобой можно тут? Вниз. Ага. А здесь что? Даже не знаю, что здесь может быть. Просто прятаться от... Робот валяется. О, смотрите, я могу сюда вот пройти. Без головы. Ага. Понятно. Это просто... Просто. Где ты? Пролетела мимо. Давай дальше пройдем. Хоп. Так. А здесь, да, можно не беспокоиться, что ли? Можно не беспокоиться. Такое чувство, что кто-то где-то здесь вот что-то есть. Ну ладно. Котя. Так. Чё мне вот дало то, что я его обижал? Всё, понял, куда мне. Эй! Вот так. Что там? Что? Ключи. Без проблем. Мне же еще надо своего друга возвращать, этого робота-то. Итак. Для начала здесь ничего страшного. Ключи, ключи. Чтоб достать здесь ключи. Че ты не прыгаешь то? Я сюда прыгнул, потом туда прыгнул, потом туда, потом на камеру как прыгнул бы. А ты не прыгаешь. Давай, разочарование, где оно здесь? Опа. Так. Что тут есть? Не понимаю, ну-ка уйди. Может, что-то где-то включить надо. Ага, вот еще как можно. Понятно, я даже не заметил, что там было что-то. Так, кто тут посуду мыли? Плохо мойте посуду, что могу сказать. Давай. Берем ключи. Хоп. Почему у вас... А, небо. Но это не небо, нет. Это же не звезды, это купол. А мы же, они же под куполом, они же под землей где-то. Держи. Я принес тебе. Выходи.
Давай, помякай, помякай. Ну и куда пойдем-то? Открывай. Молодец. Тут. Ой. Большое пространство-то. У тебя нет боязни за больших пространств? Мне надо мою корешу еще вернуть. Который был человеком раньше. Б-12. А вот он. Давай, дружба, нам его освободим и... Он нам поможет. Вот это не жужжи, я тебя все равно не могу перевода понять. Ну, вид красивый. Давай. Да стой пока здесь. Давай, 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 давай. Хопа. Кто там? Ну вы-то не сможете увернуться. Кстати, вот такие штуки бы по блохам бы стреляли бы, да и все. Хоп. 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 Здесь нету ничего. Так. Опаньки. Так, эта штука бы не прилетит сюда пока что. Ага. Ты. Понятненько. Смотришь, тупой робот, вали давай отсюда. Это место для котят, это место для ежат, это место для чижа, а для тебя уж кожура. Ой. Ой. Чуть не попал на нее. А как мне тебя перепрыгнуть? Как-то надо.
Да блин, вонючие рогатки. Как вас? С какой стороны вот? Блин, заново. Далековато так-то, ну что ж поделаешь. Так, это легко. Это мы очень даже просто. На. Потом сюда. Давай, хрен тебе. Можешь обратно лететь. Лети, лети обратно. Хопаньки. Так. Да блин, Котя, ну ты чё так? Всё так ты красиво сделал и так, блин, бесславно помер. Подожди маленько. Сейчас мы с тобой выкрутимся. Ты же у меня хорошенький. Давай, рыжичек, рыжичуленька, прыжок. Всех обдуришь. Хитрый. Страшнее кошки зверя нет. На. Сейчас, подожди, повернет свой жбан. Отвернет свой жбан. Хопаньки. Так. Ждем. Где-то что-то здесь отключить можно. И все уставились на нее. Только не троньте. Уже насторожены, да? Так, а как мне обратно-то? Так. Ну давай вот так. Я как понимаю, там робот мне прихреначит ее назад. Тихо, тихо, тихо. Ага, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Дайте мне принести. Давай, уходи. Вот я уже пришел. Смотри, я принес.
Где рюкзачок-то? Вот рюкзачок. Такое чувство, будто я снова оказался в ловушке компьютерной системной лаборатории в полном одиночестве. Так оно и было. Но ты вернулся за мной. Не могу поверить. Поверь, ты хороший друг, я самый лучший. Я так рад, что мы снова все вместе, но нам по-прежнему угрожает опасность. Нам нужно найти выход отсюда. Можешь открыть вон ту дверь? Да, конечно, сможет. Для того мы его и держим. Что-то. Говори. А, ты пока там решаешь, я должен где-то тут полазить, что ли? Открыть ее для тебя. Ой, подождите, кирпичи. Давай. Обороняться, что ли, собрался или что? Давай, подсади меня. Ну, я так здесь. И вот так вот. И вот так вот. Сейчас открою. Вот он. Рычаг. Заходь. Вроде пока ничего не вижу. Стражи снова переградили путь. Они сразу же меня заметят. Может, попробуешь заманить их в камеры и запереть там? Вот нифига себе. Надо узнать сначала, как камеры. Познакомиться. Это реабилитационный центр мне очень помог. Мой разум прояснился. Теперь я образцовый гражданин. К сожалению, не знаю, как этим пользоваться. Понятно. Образцовый гражданин. Ну-ка. Не прыгает. Не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там, где идет строительство или подвешен груз. Итак. И что тут? Это как я должен? Блин. Ну-ка. Видишь, вон того парня на земле, его перезагрузили, я не хочу потерять память, мне так страшно. Понятно. Давай. Я сумел, я смог. Открывай. О, давай. Какие-то воспоминания с него можно взять. Бедняга. Ну и чё? Страж беспощадный ко всем, кто бросает им вызов. Этого я и боялся, они полностью стерли его. Больше никаких эмоций, никакого самосознания, никаких воспоминаний. Давай постараемся им не попасться.
Что, страшно тебе, солнышко? А тут есть что-то? Ну-ка, давайте с другой стороны посмотрю. Ничего нету. Простые кусты. Ты что? Эй, не втягивай меня в неприятности. Мне осталось отсидеть всего 758 лет, а потом я снова буду свободен. 758, ни хрена ты! Всего лишь. Совсем чуть-чуть. Так, ну я даже не знаю, как это примерно должно выглядеть, чтоб сразу оба. Ну-ка, давайте вот так попробуем. Сейчас посмотрим. Аккуратнее, аккуратнее. Блин. Так, ладно. Откуда я начну? Давай. Только хоть бы не самого первого там. Блин, самого первого. А, нет. Блин. Так, ладно. Под ними я не проскочу. Значит, их надо выманивать так вот. Ой. А мне там отвязаться как-то надо от них будет. Тихо, закрывай. Блин. Ну, чуть-чуть не успел. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Выпрыгнуть. У них перед носом и вот так вот кружок сделать. Давай, 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 давай. Давай. Успевай закрыть дверь. Вот так. Я смог. Я молодец. Давай, что там, 720 лет, а ты что мне скажешь? Что ты сделал так смешно? Да я знаю. Он сам он животик надрывает от смеха.
Так. Открываешь дверь? Открывай, давай. Не бойся, я с тобой. Будь начеку, это еще не конец. Ну, конечно. Мы с тобой сможем. Клементина. Или как? Клементина же. Клементина. Давай, давай, Котя. Вот сюда. Хопа. Давай. Дверь – это единственный способ выбраться из тюрьмы. Думаю, ее можно открыть из центра управления. Вон там. Надо придумать, как в него попасть. Не мешало бы осмотреться. Ну что ж, из тюрьмы мы уже сбегали много раз. Только не Котя и другими персонажами в других играх. Поэтому... знаем, что будем нарушать закон. Нас ничто не остановит. Мы пойдем на любые жертвы. Особенно этот хвостатый. Это вообще зверь. Кстати, это в прямом переносном смысле. Он... вот, стоять нет. Да. Порви дерево. Вот, хорошенький котик. Так, а как мне туда попасть? Так, мы вышли отсюда. Так, опа. Дверь – это единственный способ выбраться из тюрьмы. Ты не мешала бы осмотреться. Так, осмотрелся. Стой. Подожди, где ты? Давай. Нам повезло, кто-то оставил ключи в двери. Прыгай в кузов грузовика, оттуда ты сможешь перепрыгнуть через забор, чтобы попасть на охраняемую зону. Давай, давай, давай. Я уж понял все. Хоп. Охраняемая зона. Что у нас здесь есть? Ничего. Так. Кто ее охраняет, тюрьму? Гнать таких охранничков надо. Охранники. Хоп. Эй, хоп. На. А чё это сирена-то мигает? А меня-то почему не подождал? Я же бежал к тебе. Блин. Блин, с первого выстрела. А вообще кота не жалко, что ли? Так, а подожди, а если, ну, никак, вот пустить их немножко и потихонечку там. Или я должен догнать, успеть запрыгнуть? Мне кажется, я должен успеть догнать. Вот так. Кратчайший путь между двумя точками — это прямая. В
Вау, по городу по нашему побешеному. Предатель, если появится, задави его. Самое чего удивительное, фоторобот робота. Вы все на одно лицо. Нам не выбраться, пока стражи у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно идти. Манифест аутсайдеров гласит, мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Я его написала. Какие хорошие вы, роботы. Теперь ты один из нас. Цель не в том, чтобы мы все добрались до аутсайда, но один из нас должен это сделать. Получен новый предмет, ключ. Иди скорее, я сохраню тебя в своем оперативной памяти, маленький аутсайдер. Так, меня не заметили. И что у нас здесь есть? А что у нас здесь есть? А что у нас здесь? Ничего не было. Сидел только старушка тут. Давай, куда нам? Хоп. Так, нам сюда, нет? Нам куда? Нам открыть, чтоб вот этот, предположим, шлюз, если вдруг нам сюда. А, подожди. Ну-ка. А ни хрена не здесь. А куда нам? А куда? Куда нам? Куда? Стоять, вот. Использовать предмет. Ну, батарею, конечно, что у нас. Предметов до хрена. Все, я выгружу на поезде, по-любому надо. Это ж этот. Первая халва. Так, шнурок еще тут специальный. Давай. Кот-машинист. Конечно. Поехали. Светлое будущее. Только там ни хрена, конечно, не видно. Я прям чувствую, как мы в охренеть какой древний метро въезжаем. Кстати, откуда там электричество? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!